Здорово, дружище! Сегодня мы с тобой попробуем похикать и поржать. Че это такое? Че, это курица была? Съел брокколи, стал брокколи. Ну ясно, он и был овощем, так что в принципе не жалко. Не понял, это кенгуру напал на машину? У кенгуру выросли стальные яйца. Яичко, он прям дяди жесткий. Федора. Че? Любопытно, что попадется внутри яичка Матроскина. Чего, бля? У дяди Федора, оказывается, два папы. Нихуя. Так, а у Печкина что в яичке? Там спрятался кот Матроскин. Это что за хуйня? Прикольно, что их можно повесить. Чего, бля? Прикольно, что их можно повесить, а у Матроскина два папы. Ну, блин, попугаи классные. Ну вот остался последний штрих. Сейчас здесь упадет. Ставим ставки, что сейчас произойдет? Что сейчас произойдет? Он упадет, я ставлю на это. На что ставишь ты, напиши в комментах. А, он отрезал кусок потолка? Ну ладно, я не угадал. Если ты сказал, он отрезал кусок потолка, то ты был прав. Challenge. It's still under the hood challenge. Pop your hood and let's see what's under that hood. Duet means so we can see what everybody's got. No hate in the car community. All builds welcome. Целоваться можно. Да ладно, а что тут такого? Мужик находился в самом интимном для него моменте в жизни, и даже тут камеры его достали. Он хотел проверить себя. Just bite the corner, like this. Укуси кусочек только, не полностью. Just bite it. Чуть-чуть укуси. Gentle. Только чуть-чуть, аккуратненько. О, как мило. Кстати, сейчас прошу тебя, проверь, пожалуйста, по подписке, есть ли у тебя колокольчик обо всех оповещениях, потому что, ну, надо бы о колокольчиках хоть иногда тебе сказать, я обычно об этом не говорю, но некоторое время тебе об этом будут напоминать, потому что это важно. Как я люблю играть в World of Tanks. Два папы. О, как кильки в масле. Ну, нормально. Сейчас еще дверь закроется и... Охренеть! Вау. Вот как у нас паркуют в Зеленограде. Прикинь, я когда был в Москве, я один раз был в Москве в метро, прям в самый-самый час пик, обычно я стараюсь туда не заходить в это время, там буквально так же было, так что если ты не из Москвы, то повезло тебе, если ты бы из Москвы, то, блин, повезло тебе, зови. Паршеринг, смотрите, вы, в лесочке стоит, на свежем воздухе. Не настоящая машина. Меня не обманешь. С такой прической ты не можешь, нет. What's this? Huh? What's this? А что такое мангалип? Эко, что ragazzi, такое мангалип? Чат. Ой, какой чат? Чата нет. У меня фантомное ощущение того, что меня смотрит чат. Нету чата. И так я говорю, да. Ой, блядь. Так а ты сам так припарковался, барашка. На. Любой человек, когда к нему подставляют микрофон, почему-то хочет его в себя запихнуть. И лягушка, видимо, тоже. О, привет. Я даже кота не заметил сначала. Согласен. Типа я такая, типа, еду вечером. Ой, я не еду, ну, типа, что-то у меня там, что-то, ну, там, как-то так, кое-что, ну, там, не кое-что произошло, ну, просто так, типа, там было там. Там было там. Люблю аудиозаписи, знаешь, когда вместо того, чтобы прямо сказать вещь, так... Как мне тебя отблагодарить? Она еще спрашивает. И вот так делается медведь. А если я хочу сделать не медведя? Совесть имей. Вставай давай. Заебёшь ты, блядь, со своим ебучим инстаграмом, блядь. О-о-о!
Такого не выдержал на пруге. Блин, мне так бесит моя прическа, постоянно смотрю на нее. Здорово. Ня, ичи, ни, сан, ня, аригато. Ня, ичи, ни, сан. Это невозможно смотреть, вот ощущение, что встал. Очень странные прикольчики у этих людей. Урони что-нибудь, чтобы скрыть пердёж. Шутки про бердёж всегда работают. Угу. Вообще похую. NPC в Обливионе. Идут жрать паука, который вылез в прошлом видео. Это какая-то ОПГ уже у них. Здорово. Ты мемчики, когда приходишь в универ или школы. Candy. Какие-то странные мемчики сейчас идут, я их не выкупаю. Ну то есть я их выкупаю, бля, но они не держат. Бля, ебка, ебана в рот, на! Ебана в рот, бля! Парень очень хотел эту кепку забрать, решил такой, да я за ней, нормально мне. Спайдермен. Говорит, сейчас взорву. Чтобы вы понимали, каково это жить в России, я вам сейчас покажу. Вот видите три столба, через которые нельзя проходить, иначе будет плохо. Вот, выложили такую вот тропиночку обходную. Все для людей. Спасибо, проклятия не будет. Дашенька Каневская, я не люблю тебя больше. И хотел бы забыть ту ночь в сарае. Ну, он нечто между, знаешь, 10 лет и 45. Он либо не докрещивается, либо делает что-то плохое. Я не одобряю. Как ты еще можешь доказать, что наш мир матрица? Вот то видео. Пабло. Ладно. Ого, 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 пудж! Пудж, свежее мясо! Пудж! Как дела? Спасибо, нормально, у тебя как? Это было неплохо. Не знаю, не прям Ржекич, давайте лучше гадание проведу. Ахалай, махалай, что будет у тебя, показывай. My freaking holy. Holy. Знаешь, сегодня даже самое обычное дело, которое ты делаешь, может внезапно выйти в нечто совершенно неожиданное. Это может быть хорошим, может быть плохим. То есть мы же тут не знаем, парень любит пауков или нет. Так что если он любит пауков, то это значит, может быть, это дело и хорошее. То есть то, что ты делаешь сегодня, может внезапно привести к чему-нибудь громадному. Ты куда-нибудь пошел за магазином, а на самом деле встретил там любовь всей своей жизни. Или пошел за магазином, а там перестрелка. Будь аккуратнее, короче. Будь также внимателен. Может быть, что-то хорошее вокруг тебя сегодня будет. А пока на этом все. Я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляй свой комментарий. Пока. До скорого. Удачи.